Мы говорим на разных языках и разные молитвы произносим, но веру нашу, что живет в веках, мы сквозь года с надеждою проносим. Мы любим жизнь и верим мы в людей, в Россию мощную, великую, святую. Ее храним мы для своих детей, и верим, дети наши сохранят ее такую. 4 ноября в России отмечается День народного единства. Это праздник стойкости, силы и непобедимости нашего государства. Именно в единстве и единении народа – сила России. Осенью 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, где засел гарнизон Речи Посполитой. Поляки подписали акт о капитуляции. 400 лет назад, преодолев смуту, наш народ отстоял свободу и независимость Родины, укрепил основы государственности. Эта героическая эпоха, вся отечественная история учит нас, только сохраняя единство и гражданскую солидарность, оберегая свои традиции и духовные ценности, мы сможем добиться процветания нашей Родины. А также 4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери. Эта икона сопровождала поход Минина и Пожарского в далеком 1612 году, когда многонациональный народ всех сословий, руководимый собственным чувством долга, объединился, собрался с последними силами и спас свое Отечество. Давайте перенесемся на 400 лет назад, в начало 17 века, смутное время, когда мужеством и верой, силой духа и силой оружия, любовью к Родине и самопожертвованием ковалось единство России. Умер царь Иван Грозный. В стране начался беспорядок. Как говорят в народе, пришла беда, отворяй ворота. Два неурожайных года подряд. Голод, холод, разбойники, крестьянские бунты и масса желающих занять русский престол. Среди них иностранцы, поляки и шведы, давние противники Руси, жаждущие прибрать к рукам нашу землю. Целый год царствовал самозванец Лжедмитрий I, но обмануть русский народ ему не удалось. Его разоблачили и убили. Но порядок в стране так и не установился, потому что не было в стране единства. Вскоре объявился еще один самозванец – Лжедмитрий II. А люди не знали, что делать и кому верить. Враги продолжали захватывать русские земли, разорять страну, унижать людей. Дым пожарищ стелится по русской земле, заброшенные поля заросли сорняком, под угрозой само существование независимой России. Но всегда, когда Родина в опасности, находятся героические люди, чтобы спасти ее. Одним из тех, кто стал на защиту Руси, был Кузьма Минин, продавец мяса и рыбы, земский староста. Трижды являлся преподобный Сергий Радонежский гражданину Козьме Минину, повелевая ему казну собирать и воинских людей наделять и идти на очищение московского государства. 1 октября 1611 года на базарной площади по призыву Минина собрались тысячи нижегородцев и жители окрестных сел. Он зовет их в ополчение. «Встанем же единомысленно всем миром и навалимся громадой на врагов!» Увлеченные его речью, люди жертвуют на общее дело деньги, кольца, серьги, дорогие меха, оружие и одежду. С каждым днем росло его влияние. Нижегородцы, наконец, решили образовать ополчение. К нижегородцам скоро примкнули другие города, поднятые окружной грамотой. Здесь же, на площади,
избрали воеводы ополчения князя Дмитрия Михайловича Пожарского, опытного военного, стряпчего и члена Земского собора. Пожарский был участником первого народного ополчения против польско-литовских интервентов. Настоящий патриот, он поклялся отдать свою жизнь за свободу Родины. Став во главе ополчения, Пожарский принял всю власть над русской землей, но остался скромен и прост в обращении. Он никогда не стремился к исключительному влиянию на людей и события. Разоренная земля, сожженные города и селения, плач стоит над Русью, но начинает колебаться земля, из нее встают воины, их собирается великое множество, и путь этих воинов лежит на Москву. В марте 1612 года Пожарский и Минин перешли из Новгорода в Ярославль, чтобы не дать полякам захватить его и преградить путь на Москву. Сюда князю Пожарскому была прислана из Казани чудотворная икона Богородицы. Найденная эта икона была девочкой Матроной. Верили люди русские, что не оставит их неравной битве с врагом Богородица, заступница Руси. Так и случилось. 20 августа ополчение подошло к разоренной и сожженной Москве. Захватчики заперлись в Кремле. Польский король Сигизмунд направил к Москве сильное подкрепление во главе с опытным воеводой гетманом Хаткевичем. 22 августа 1612 года войско гетмана переправилось через Москву-реку у Новодевичьего монастыря и двинулось на ополчение Минина и Пожарского. Начался бой. Противник ударил конными латниками. Из Кремля им на подмогу были высланы пешие отряды. Вместе они, как клещами, жали ополченцев и начали теснить их. Воины Минина и Пожарского вступили в рукопашный бой. На помощь ополченцам кинулись казачьи атаманы, понимая, что только вместе, общими усилиями можно одолеть врага. Удар свежих сил решил исход битвы. Иноземцы были отбиты и возвратились в свой стан. Пришедшие на помощь казачьи отряды больше не отставали от Пожарского и принимали участие в сражении 24 августа, исход которого предрешил исторический бросок в тыл врага отряда во главе с Мининым. Битва за столицу была упорной и кровопролитной. С клятвой «умрем за Русь святую» не раз кидались ополченцы на врагов. В этом крике соединились все сердца, все души и мысли, все желания русских. Но тщетно, вражеский гарнизон был силен. Тогда князь Пожарский отобрал 300 воинов, и Козьма Минин смело бросился с ними в самую гущу неприятеля. Неожиданное нападение смешало польское войско. Ряды его расстроились, и ополченцы воспользовались этим беспорядком. Вот настоящие герои! И они совершили невозможное, победили врага, полонившего страну. Народ сохранил благодарную память о подвиге героев освободительной борьбы в песнях и былинах. На новую битву поляки не решились. Войско Хаткевича отступило от Москвы. 22 октября воины ополчения Минина и Пожарского взяли Китай-город, а 24 октября вошли освободители в московский Кремль вместе с чудотворной казанской иконой. Поистине национальным героем того сурового времени стал Иван Осипович Сусанин, костромской крестьянин. В начале 1613 года, когда Москва уже была освобождена от польских интервентов, отряды захватчиков еще бродили по русской земле в надежде переломить исход войны. Один из таких отрядов хотел захватить в плен только что избранного русского царя Михаила Романова, жившего неподалеку от Костромы. Тогда-то и совершил свой знаменитый подвиг Иван Сусанин. Враги пытались сделать его своим проводником, а он завел захватчиков в глухой лес, за что и был убит. «Предателя мнили во мне вы нашли,
Их нет и не будет на русской земли. В ней каждый отчизну с младенчества любит и душу изменой свою не погубит. В Москве на Красной площади в честь славной победы над поляками был поставлен памятник, на котором написано «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия». После освобождения столицы был созван Земский собор, на котором 21 февраля 1613 года новым царем России был избран Михаил Федорович Романов. Страной стала править новая династия Романовых. В честь славного освобождения Москвы установил царь Михаил Федорович московское празднование Казанской иконе. В 1637 году князь Дмитрий Михайлович Пожарский построил на собственные средства Казанский собор близ рядов и перенес туда из приходской церкви на Лубянке чудотворную икону Богородицы, присланную ему из Казани и сопровождавшего его войско при завоевании Москвы. Царь Алексей Михайлович повелел отмечать 4 ноября по нынешнему календарю день праздника Казанской иконы во всех городах, во все годы, во благо всех народов нашей державы. С историей не спорят, с историей живут. Она объединяет на подвиг и на труд. Едино государство, когда един народ, когда великой силой он движется вперед. Врага он побеждает, объединившись в бой, и Русь освобождает и жертвует собой. Во славу тех героев живем одной судьбой. Сегодня день единства мы празднуем с тобой. Берегите Россию, без нее нам не жить. Берегите ее, чтобы вечно ей быть. Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. Берегите Россию, нет России другой. Сохраните чувство единения на всю жизнь. Будьте достойны своих славных предков. С днем народного единства!